вот. Интересно, когда эта премудрость дойдет до пропланов. То есть ты предлагаешь прям фактически насрать? А я ничего не предлагаю. Я просто провел аналогию. Вот есть такая тенденция. Вот, значит. Это будет чересчур авангардный дизайн. Конструктор ходит и говорит, а мне насрать на дизайн. Это в прямом смысле. Не, просто я скажу из чего, что вселенная такая штука, что любая херня, как бы, которая технически может случиться, она когда-нибудь случится. Ну, не исключаю такой возможности. Ну, будет так. Это одно из следствий малого антропного признака. Ну, по сути дела, да. Ну, опять же, ну а чем иначе можно объяснить, скажем, расцветку BGD? Вот эту вот пидорскую радугу. Ну, Сереге нравится. Серега. Как ты относишься к сексуальным меньшинствам? Я к ним никак не отношусь. Я отношусь к большинствам. Нет, ну такие тебе нравятся? Расцветка БГД. Скажи честно. БГД мне очень нравится. Скажи честно. Это наводит на определенные... Это в мире. На определенные мысли. Наводит на мысли только тех, кто сам болен. Ты что, БГД? Что значит БГД? Глайдер у тебя какой? Ну не БГД, но мне нравится дизайн. Интересно. У меня была Тава. Мне нравится прием.